сегодняшнее утро я хочу начать с зарядки, чтобы мы все были подтянутыми, спортивными, худенькими и готовыми к физнагрузке, когда мы все будем с карантина, чтобы вы не падали от таких прыжков, а были в очень хорошей форме. Поэтому сегодня покажу разминку, которую желательно делать каждое утро. Ну, нашим мышцам, конечно, нужно давать отдых хотя бы один денечек или два. Начинаем мы нашу разминку с планки. В планке мы стоим от 3 до 6 лет. Мы стоим в планочке 20 секунд. От 7 лет до 10 лет мы стоим в планочке 30 секунд. И от 10 до 15 мы стоим в планке минуту. Кто выдержит, может стоять 2 или 3 минуты. Trying to offend. Why you trying to lie for them?